Всем привет! Вы на канале Творческий Мирок. Меня зовут Марина. Сегодня я хочу показать вам мою подготовку к Новому году. Это вот такие тигрулики. Всего у меня заказ, несколько заказов, то есть один тигрулик и еще 5 тигрят будет. Всего в общем количестве я должна отвязать 6 тигрят. Вот 3 у меня уже готово. Вот 4-й в процессе, ждет тонировки. Вот, а сегодня я хотела показать вам тигруликов с разной тонировкой. Вот этого тигрика. У меня тонировка выполнена масляными красками. Вот. А вот эти два тигренка у меня уже тонировка выполнена акриловыми красками. Много было вопросов по поводу того, что можно ли тонировать акрилом. Вот, и я решила попробовать. Акрил очень быстро сохнет, поэтому с тонировкой нужно работать достаточно быстро. Вот. Примерно способ тот же самый, что и при тонировке всеми другими инструментами. То есть также мы размазываем краску, растираем на бумаге и также тонируем. Вот. Единственное, что она сохнет очень быстро, ее не отмыть ничем. То есть линии должны быть четкими и сразу такими, которые вы хотите оставить. Там раз и навсегда. То есть провели, она навсегда останется. Вот, два тигренка у меня выполнена тонировка акрилом. Вот, в принципе, мне этот способ очень понравился, поэтому я буду им пользоваться и в следующих своих работах. Вот, так как, например, тигренок, на котором тонировка выполнена масляными красками, он очень-очень долго сохнет, то есть неделями. Вот, а акриловые тигрята, они у меня высыхали, ну, через 2 дня уже можно брать, уже не будет пачкаться, через 3 все хорошо, то есть тигренок уже полностью высох, поэтому время, затраченное, конечно, на высыхание тигрят, заметно сокращается по сравнению с масляными красками. Вот тигрята вот такие, тут у меня пингвинчик, мне так нравится этот снудик, то есть он зимний-зимний такой, даже с пингвинчиком. И я хотела еще показать вам, я прикреплю дальше фотографии участников, работы участников группы, когда мы вязали тигрят. Связалось очень много разных тигрят, вот, и я хотела бы прикрепить фотографии и вам показать, какие еще получаются тигрики по мастер-классу. Итак, я прикрепляю фотографии, смотрим. Вот такие тигрята получались у участников онлайна. Сам мастер-класс, ссылки все на материалы и мастер-класс я прикреплю ниже под этим видео, вот, чтобы вы могли быстро перейти и связать, если вы еще не вязали. Вот. Не знаю, получится ли у меня сделать мастер-класс новогодний еще один к Новому году. Хотелось бы, конечно, успеть. Я не буду раскрывать идеи, потому что я не уверена, что я успею его сделать. Вот, к Новому году. Если время будет позволять, то, конечно же, я его выпущу, вот, чтобы можно было связать новогоднюю игрушку. Вообще, я очень редко вяжу символ Нового года. Но тут, не знаю, если получится, я, конечно, хочу такой связать новогоднюю игрушечку такую. Ну и также, конечно, хочу вас пригласить в свою группу, которая у нас закрытая группа ВКонтакте. Вот там у нас проходят мастер-классы. Скоро будут проходить, начнется первая игра у нас, будем играть, осенняя игра. Вот, также розыгрыши, конкурсы и так далее. Вот, поэтому вся подробная информация тоже будет под этим видео. Поэтому приходите, пишите, присоединяйтесь к нам в соцсетях. Будем рады. А пока, до новых встреч. Пока-пока.